можно ли рожать после лазерной коррекции зрения? Отвечает Колобова Елена Владимировна, врач-офтальмолог высшей категории клиники «Оксимер». Лазерную коррекцию успешно проводят не рожавшим женщинам. Никаких потенциальных рисков для будущих мам эта процедура в себе не несет. Проблемы же могут возникать во время родов по другой причине – из-за неудовлетворительного состояния сетчатки. Серьезные нагрузки во время поток способны стать причиной ее отслойки и потери зрения. Поэтому всем планирующим рождение ребенка женщинам стоит посетить офтальмологическую клинику, проверить состояние сетчатки и в случае необходимости обязательно пройти процедуру по ее укреплению. Если же говорить о лазерной коррекции, то она не проводится лишь непосредственно в период беременности и грудного вскармливания. Но данный запрет обусловлен не какими-либо угрозами для мам и малышей, а потому, что у беременных и кормящих женщин изменяется гормональный фон. И результат коррекции может оказаться нестабильным. Процедура попросту не даст ожидаемого эффекта.